Здравствуйте! Итак, детский игровой набор «Вертолет плюс машина» от группы компаний «Создатели мечты». У меня на канале есть видео с распаковкой этого набора. Там вы можете увидеть мою первую реакцию и начальное впечатление. Ссылку на это видео я оставлю в описании. Так что, если вам интересно сравнить и узнать, поменялось ли что-то со временем, то обязательно переходите по ссылке и смотрите. Что же касается группы компаний «Создатели мечты», то это разработчики собственных линеек многих категорий игрушек, обладатели широкого портфеля лицензионных продуктов, а также крупный дистрибутор детских игрушек. Компания занимается созданием, производством и реализацией различных игрушек из разных материалов для всех возрастов. Это интерактивные, мягкие, электронные игрушки, куклы, настольные игры, наборы для творчества, детское оружие и многое другое. И в данном случае, согласно штрих-коду, товар изготовлен в Беларуси. Данный набор относится к коллекции игрушек, разработанной специально для мальчиков. Называется он Big Motors. Продукт принадлежит к дорогой ценовой категории. Возможно, что это связано с наличием нескольких игрушек одновременно. А также, вполне возможно, что еще и с использованием металла в качестве одного из материалов. Ведь металл часто дороже пластика. Как указывает производитель, предпочтительный возраст ребенка от 3 до 7 лет. В набор входят вертолет, машина и два бака. Также все это укомплектовано батарейками. Однако, как указано на упаковке, эти батарейки предназначены лишь для демонстрационных целей. Сами игрушки изготовлены из двух материалов – металл и пластмасса. Что касается функциональности, то здесь есть свет, звук, а также вращаются лопасти. И поскольку с вводными данными покончено, то давайте переходить к моему опыту использования этого набора. Первое, что мне кажется необходимо упомянуть, так это срок нахождения данной игрушки в нашей семье. Составляет он больше года. И поэтому я считаю себя вправе уже делать выводы. Начнем, пожалуй, с материалов. Бочки полностью пластиковые и полые внутри. Вертолет практически полностью пластиковый. Только взлетно-посадочные полозья или лыжи сделаны из металла. Машина также изготовлена из пластика. Поэтому утверждение производителя про использование нескольких материалов одновременно верное. Но в то же время вам стоит знать, что преобладающим тут является пластик. Хотя надо честно признать, что пластмасса качественная. Формы отлиты хорошо, собраны и подогнаны друг к другу также. Нигде ничего не болтается, ничего не отвалилось за все время, не откололось, не треснуло и вообще никак не деформировалось. А ведь испытаний на долю машины и вертолета выпало немало. Их роняли, пинали, заваливали сверху кучей всего другого и так далее. Но они до сих пор в строю и без единого ремонта. Поэтому тут изготовитель действительно сделал все на славу. Что еще мне понравилось изначально, так это отсутствие запаха. Пластик вообще ничем не пах и не пахнет до сих пор. А это точно говорит о том, что технология изготовления, как и сырье, находится на высоком уровне, когда производитель не стремится сэкономить буквально на всем. Возможно, что это тоже является одной из составляющих такой довольно высокой цены. Теперь о таких характеристиках, как свет и звук. Присутствуют они лишь у одной составляющей набора – у вертолета. Машина же абсолютно простая и совершенно ничем не оснащена. Как свет, так и звук доступны только при наличии батареек. Здесь их требуется 3 маленьких таблетки. Причем обратите внимание, что никакого рычажка включения-выключения здесь нет. Нужно нажать вверху на красную кнопку
к которой крепятся лопасти. Тогда ненадолго активируется свет и звук. При этом происходит все одновременно. Выбора у вас никакого нет, как и возможности управлять этими функциями по отдельности. Точно так же нет у вас и возможности регулировки. Так что все будет звучать и гореть так, как задумал производитель, и никак иначе. Внизу и внутри вертолета есть лампочки, которые мигают красным светом. Звуком здесь служит звук работы двигателя и лопасти вертолета. Больше ничего, он просто включается, звучит некоторое время и выключается. При этом громкость все время одинаковая, от начала и до конца. Она никак не меняется, не становится ни тише, ни громче. Если честно, то меня тут все полностью устраивает. Длительность у всех этих эффектов небольшая, поэтому это первый плюс. Второй – нет переключателя. А значит, малышу не хочется постоянно что-то дергать. И ничто не нарушает обычного вида игрушки. Так что если вы изначально против, то просто избавьтесь от батареек, а ваш ребенок при этом вряд ли заподозрит, что его чего-то лишили. Третий плюс – нажимать надо сверху, причем делать это специально. То есть кнопка не оказывается постоянно под рукой, а значит и вероятность все это слушать постоянно тоже невелика. Что же касается моего ребенка, то он особого интереса ни к звукам, ни к подсветке не проявил. Для него они не стали чем-то интересным, а тем более прям неотъемлющим элементом вертолета. Он очень редко нажимает на кнопку, чаще играет или вообще без звуков, или издает их сам. Кстати, поэтому батарейки мы еще ни разу с момента покупки не меняли. Так и стоит демонстрационная версия. Единственным интересным элементом во всем этом наборе для меня являются лопасти вертолета. Они не зафиксированы неподвижно, а могут складываться и прилегать друг к другу. Сначала мне казалось, что пластик у этих лопастей слишком тонкий. Он прогибается, зафиксировано все хлипко, а значит долго не прослужит. Но к моему удивлению, я оказалась не права. Лопасти за все время использования никак не пострадали, остались абсолютно в целости и сохранности, и это не глядя на то, что, как правило, вертолет сверху завален кучей других игрушек, часто лежит на боку, да и вообще сложно сказать, что к нему хоть как-то бережно относятся. Поэтому я и правда удивлена его долговечностью. Ну и, естественно, необходимо рассказать об отношении моего ребенка к этому набору. Во-первых, его изначально совершенно не заинтересовали бочки. И в дальнейшем эта ситуация ничуть не изменилась. Они для моего малыша вообще просто не существуют. Он никогда об этих бочках не вспоминает, даже когда занимается перевозкой различных грузов. У нас эти бочки оказались совершенно не востребованы. Что касается вертолета, то он был для ребенка более интересным. Эту игрушку малыш переносил с места на место, бегал с ней, часто издавал вместо нее звуки, как я уже сказала, но при этом я не могу сказать, что она способна надолго удержать его интерес. В целом, с вертолетом игры были достаточно непродолжительными и не слишком частыми. Ребенок брал его в руки в основном тогда, когда он попадался ему на глаза, да и то не каждый раз. Но вот что оказалось бесспорным хитом, так это машина. Причем я не могу сказать, что она чем-то очень выделяется среди всего прочего. Однако ее ребенок регулярно берет с собой на прогулки, катает дома, задействует в большом количестве своих активностей, да и просто не забывает про нее. Наверное, это связано с ее высокой проходимостью, легкостью, износа и удара прочностью. Хотя еще раз повторюсь, что совершенно от нее этого не ожидала и особых надежд и возлагала. Но ей удалось не только меня приятно удивить, но и ребенка не разочаровать. В целом же я не могу ничего плохого сказать об этом наборе.
Единственный его недостаток заключается для меня в его высокой цене. Я бы предложила вам для своих малышей купить что-то подобное, но дешевле, если это будет их первым знакомством с подобного рода игрушками. Тогда вам не придется потом сожалеть о потраченных средствах, если вдруг что-то окажется невостребованным. А вот зато в случае успеха можно будет уже думать о приобретении целого набора. И тогда рассмотреть что-то наподобие того, что вы увидели в этом обзоре. Поэтому для первых шагов я не рекомендую этот набор к использованию ввиду его высокой цены. Но при заинтересованности ребенка такой набор вполне может быть принят к рассмотрению. Увидимся с вами в следующих видео. Пока!